На улицах Одинцова все меньше людей, а это значит, что, несмотря на разные отношения к режиму самоизоляции, большая часть жителей все же предпочитает придерживаться рекомендаций. Эту молодую пару мы встретили в центре. По их словам, выходят из дома крайне редко, в основном в магазин, как сегодня. Максим дома играет, а Мария предпочитает сериалы. В первую очередь это касается их же здоровья, поэтому им же выгоднее сидеть дома и просто сделать так, чтобы это поскорее закончилось. Поэтому, конечно, в первую очередь сидите дома и обезопасьте своих близких, как-то отгородите от себя, чтобы побыстрее прошел этот карантин, и все смогли гулять спокойно, наслаждаться жизнью прежней. Но есть и те, кому приходится продолжать работу. Алексей – эксперт по банкротству граждан, помогает людям списывать долги по кредитам. Свою юридическую деятельность приостанавливать не стал и теперь работает на удаленке. Говорит, что это даже на пользу. С нами общался по видеосвязи. Плюсы – это в том, что в первую очередь это одна минута до своего рабочего места. Второе – то, что можно теперь работать по всей России, не выходя из дома, то есть в режиме онлайн. Благодаря этому клиенты понимают, что какая сейчас ситуация, и люди, которые обращаются ко мне за помощью, они могут обратиться теперь из любого города, и они теперь не боятся работы в режиме онлайн. Режим самоизоляции для граждан в России отменят, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму. Пока же об этом говорить очень рано. Берегите себя и окружающих. Оставайтесь дома. Елена Морозова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».